Привет, друзья! Меня зовут Женя, и я ваш преподаватель английского языка. Сегодняшний урок посвящается тем, кто бьется над изучением неправильных глаголов и никак их не может выучить. Я предлагаю вам один простой, веселый и забавный способ, как их выучить. Сегодня я хочу предложить очень интересный способ, как выучить неправильные глаголы. Есть одна очень интересная методика, которая позволяет в стихотворной форме их запомнить, что делает, собственно говоря, процесс веселым, легким, простым и забавным. Послушайте несколько из них. Drink, drink, drunk. Ужасно много. Наш соседский дядя Гога. Он forget, forgot, forgotten. Про семью и про работу. Потому что have, had, had. Он ужасно много бед. Он такое do-did-done, когда очень сильно пьян. Как-то раз он fell-fell-fallen прямо с нашего балкона. Right wrote written на стене. Right wrote written на свинье. Он однажды break-broke-broken в нашем доме 8 окон. А недавно bite-bit-bitten у подъезда тетю Виту. И еще один стишок. Клад искал один чудак. Целый месяц dig-dug-dug. Find, found, found. Наконец, металлический ларец. И, конечно, think, thought, thought, что богато заживет. Take, took, taken он топор и сорвал с ларца запор. Перед тем, как открывать, go, went, gone, домой поспать. И всю ночь во сне чудак drive, drove, driven, Cadillac. Eat, ate, eaten, ананасы и копченые колбасы. Fly, flew, flown в облаках. Hold, held, held свой клад в руках. Spend, spend, spend на ветер деньги. Build, build, build себе фазенды. Но awoke, awake, awoke, awoken. Он ни слова speak, spoke, spoken. Run, run, run во весь опор. Find, found, found лишь топор. На сегодня все, дружище. Больше обучающих видео смотри на моем канале на YouTube. И не забудь на него подписаться, кстати говоря. Поставь лайк, расскажи своим друзьям. Или посети мой веб-сайт, чтобы договориться со мной о занятии. Или позвони мне. I'll see you in class. Bye!